Всем привет, с вами доктор Абрамян, Лариса. Пытаюсь максимально показать. Седьмые сутки после верхней классической блефаропластики. Нижний транс, да, по-моему, еще? Да. Нижняя трансконъюнктивиальная. Просто фактически нет отеков на нижних. Липосакция шеи, подбородка, круговая подтяжка лица со смаз и со платизмопластикой. Сегодня 3 недели после комплексной пластической операции, а именно была проведена круговая подтяжка лица со смаз с платизмопластикой, верхняя и нижняя классическая блефаропластика. Закройте, пожалуйста, глазки. Вот такие фактически незаметные рубцы. Поворачиваемся, Лариса. Значит, здесь была липосакция шеи, подбородка. Видим достаточно четкий овал. Несмотря на то, что 2 недели пациентка носит открытую высокую прическу, показываю рубцы во всей красе. Завышенный лифтинг, пожалуйста. Несмотря на то, что здесь впереди редкие волосы, все равно не видно. Качественный рубец. Полное отсутствие избытка на шее. Как дела? Да прекрасно просто. Что-то вас беспокоит? Ничего меня не беспокоит, все замечательно. На удивление. Почему на удивление? Ну, ты как-то ожидаешь уже операции, думаешь, что будешь там, что-то с тобой будет происходить, оказывается, все легко и замечательно. Слушайте, ну я вам честно скажу, вы круто выглядите. На вас хочется смотреть и смотреть. Спасибо. Да, ну творческая личность все-таки, а не другие. Скажите, как окружающие реагируют? Я пока этот партизан, я скрываюсь. Шифруйтесь. Шифруюсь, да. Ну, так в целом, я сходила в парикмахерскую, мне дали 35 лет. Я была довольна. А сколько вам лет? А мне 56. Лариса, 56 лет. Вот так.